Колокольня Петропавловского собора, увенчанная золоченым шпилем, является одним из символов Петербурга. 163 года тому назад была закончена перестройка колокольни Петропавловского собора под руководством Дмитрия Ивановича Журавского. В декабре этого года исполнилось 200 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Журавского, талантливого инженера, мостостроителя, который занимался проектированием и строительством мостов по Николаевской железной дороге между Москвой и Санкт-Петербургом. Одна из страниц из истории творческой деятельности Дмитрия Ивановича Журавского – это перестройка Петропавловского собора. В 1712 году по велению Петра I был заложен каменный Петропавловский собор, строительство которого продолжалось 21 год. Начали собор строить с колокольни. Венчал его деревянный шпиль, украшенная фигурой летящего ангела с крестом. Не имея громоотвода, собор несколько раз горел. Особенно сильным был пожар, который произошел в середине XVIII века. После пожара собор восстановили в 1775 году. В середине XIX века деревянные конструкции шпиля, установленные в 1775 году, пришли в ветхость. И была создана специальная комиссия. На колокольне были установлены военным инженером Паукером леса. Было принято решение заменить деревянные конструкции на иную конструкцию. Комиссия проверяет два проекта. Один проект архитектора Тона, который занимался строительством храма Христа Спасителя и Московского вокзала в Санкт-Петербурге, и проект инженера, выпускника Института путей сообщений Дмитрия Ивановича Журавского. Вот этот проект и был взят за основу. Перед нами часть макета колокольни, созданная в 1757 году Дмитрием Ивановичем Журавским для замены деревянных конструкций шпиля на металлические. Колокольня была разобрана до уровня часов. Шпиль собора, представляющий собой восьмигранную пирамиду, вмонтирован в каменную кладку при помощи стального кольца. Он проходит через два купола, два фонарика, крепится стропилом, кольцам при помощи жестких ребер, покрываются медленными листами, позолоченные червоным золотом, и заканчивается фигура летящего ангела с крестом. Металлические конструкции шпиля были созданы на Воткинском заводе. Он находится недалеко от Ижевска. Это старинное предприятие, которое создано было еще при Елизавете Петровне. В мае 1858 года металлические конструкции с Воткинского завода сначала по воде, а затем по железной дороге были доставлены в Петербург, и началась их установка. Работы были закончены через месяц. По указу Дмитрия Ивановича Журавского часы были отправлены в Москву, где фирма братьев Бутеноп реконструирует эти часы, и фирма братьев Бутеноп их настраивает на две мелодии: «Коль славен наш Господь Сионе» и «Боже, царя храни». Создаются новые циферблаты, их будет 4, и появляется минутная стрелка. В это же время ведутся работы по созданию медных листов, которые должны были облицевать металлическую конструкцию шпиля. Медные листы будут сделаны из медных пермских пятаков. Золочение этих медных листов производилось на территории крепости под руководством химика Струве гальваническим способом. Затем металлические конструкции были покрыты медными листами, и заканчивая работу, планировалось установить на шпиле Петропавловского собора фигуру летящего ангела, которая была создана еще Ринальди в 1775 году. Но эта конструкция не подошла к конструкции шпиля и была создана новая.
На протяжении XX века много испытаний выпало на колокольню Петропавловского собора. В годы Великой Отечественной войны для того, чтобы маскировать золоченый шпиль, его позолоченные медные листы были покрашены серой корабельной краской. Он реставрировался в 1957 году, но в 90-е годы XX века выяснилось, что ангел, украшавший шпиль Петропавловского собора, плохо поворачивается. При обследовании было решено эту конструкцию снять и отремонтировать ее на земле. Во время этих ремонтных работ в шаре ангела была найдена капсула Александром Беловым и Кушназаровым. Эта капсула перед вами. Поскольку в шар попадала вода, то эта капсула немножко заржавела, и документ был испорчен. Но в этом документе, написанном летом 1858 года, Дмитрий Иванович Журавский рассказывает о всех этапах перестройки колокольни Петропавловского собора с момента начала строительных работ и до конца 1858 года. Светлое царствование императора Александра II, корпуса инженеров путей сообщения подполковником Дмитрием Журавским был разобран деревянный шпиц, подгнивший внизу и вверху, и на месте его устроен новый железный с заменой кирпичной доломитовой кладкой части прежней деревянной надстройки над каменную колокольнию. Все работы были завершены 30 ноября 1858 года. Начиная от проектных работ Дмитрия Ивановича Журавского и до окончательного освящения перестроенного Петропавловского собора, в том числе и поновления, которые были проведены в самом соборе, на это все было затрачено всего 20 месяцев. Мы с вами пришли в помещение часов на высоте 47 метров. Находится главный механизм Петербурга. А до 1917 года это были главные часы России. Некоторым деталям уже более 260 лет. Последняя переделка была в 1858 году, о чем здесь гласит надпись. В это же время, в 1858 году, по проекту инженера-полковника Журавского устанавливается цельнометаллический шпиль. По его проекту выше помещения часов укладывается, до этого шпиль был деревянный выше часов, а по его проекту выше часов укладывается 90 тонн камня и кирпича, сверху ставится шпиль весом 86 тонн, и шпиль притягивается к этому камню с помощью 16 тяжей. 8 из них вот они открытые, и 8 проходят через каменную кладку и заканчиваются гайками. Причем конструкции предусмотрено, если со временем шпиль отклонится от вертикали, его можно будет выровнять, подкручивая гайки с противоположной стороны с помощью вот этого ключика. Вот для этих гаек он предназначен. Но за 160 лет этим ключом ни разу не воспользовались, потому что на сегодня отклонение шпиля от вертикали всего 3,5 сантиметра, причем в нетрадиционную сторону. Шпиль всегда наклонялся
в сторону площади, на запад, потому что всегда дули мокрые, холодные западные ветра. Шпиль с запада больше подгнивал, деревянный шпиль, и наклонялся в эту сторону. Также с восточной стороны шпиль еще опирался дополнительно на стены собора. То есть всегда было отклонение на запад. Сегодня отклонение шпиля от вертикали 3,5 сантиметра всего на восток. И есть предположение, что Журавский специально заложил это отклонение, чтобы шпиль сначала бы встал вертикально, и только потом бы начал отклоняться. По его конструкции получилась такая детская игрушка-неваляшка. Центр тяжести очень низко, и как сильно не дует ветер, шпиль всегда встает вертикально. Ниже помещения часов связи шпиля с собором нет никакой, он стоит по собственным весам. Здесь основание шпиля. В штормовой ветер вершина креста раскачивается на 1,60 м. И на высоте уже даже 100 метров внутри шпиля ощущается качка, как на море. В 2002 году вскрывали шпиль для позолоты, чтобы заменить позолоту. Было принято решение его просто раздеть, снять всю обшивку, все, что в золоте было на колокольне, все снималось. Вот. Все это обрабатывалось, трещины паялись, вот, и все, внизу все золотили, потом все это поднималось наверх. Вот. Ну и пока раздевали, собрал небольшую коллекцию крепежа, который вот из него сделал такой экспонат небольшой. Вот. Тут идут по времени. Это первые крепежи, которые были изначально, стояли. Потом крепежи, которые пополнялись впоследствии. Вот. Это крепежи 95-го года. Когда первый раз «Ангела» снимали на первую реставрацию из бериллиевой бронзы. И крепежи, которые заменили во втором году, вот уже стоят сейчас вот поныне. Данные. И вот эти крупные – это трап, который находится наверху, по которому подниматься к «Ангелу» на осмотр. Это родные, крепеж родной – это то, что сейчас стоит современный, из латуни сделан. Вот. Ну и тут мелкий крепеж, это уже там крепились украшения на колокольне.